нужно выбираться отсюда. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаюсь? Есть, есть, сэр. Свободен. Слышишь? Если слышишь, то возьми рацию. Я знаю, что ты там. Я засек тебя, как только ты прибыл вместе с Вэл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня Дойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебя не сдал. В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. По моим сведениям, ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. Хорошие новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Советую поискать в бараках оружие и снаряжение.
высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. Ты слышишь? Он там! Взять его! Ты покойник, приятель! Получай! Чертовщина! Вот тебе! Передатчик с твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это даст тебе возможность выбрать правильное направление. У нас проблема с винтом. Бригада Альфа. Немедленно приступить к ремонту. Осмотрись в бинокль. Обрати внимание, он оснащен усилителем звука и датчиком движения. Доктор Крегер нацепил на всех, кто находится на этом острове, датчики. С помощью бинокля ты сумеешь их засечь. Пытайся захватить одну из машин и отправлять к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. Что там творится? Чай! Стопни! Стопни! Нравится? Внимание всему состоянию обученной работы программы фирма «Отведем». Заметили увеличение обновления до окончания общей тревоги. Ответы свинца!
Взять его! Стой! Что там творится? Бригада Альфа, немедленно приступить к ремонту. Как мне туда пробраться? Я был там всего один раз, но запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Стреляйте в дыру!